Здравствуйте, меня зовут Мария Иванченко. В Волгоград наконец-то пришло тепло, закипела жизнь, а значит и увеличилось количество хороших новостей. О них как раз мы сейчас и поговорим с жителями города. Много новостей разных всяких, интересных в жизни происходит. Но самое главное — это дети, которые сейчас у нас растут, которым надо давать образование. Ой, вы знаете, у нас все хорошо. Вы даже не представляете, насколько. Дочь готовится к экзаменам государственным. Переживаем, но в то же время готовимся. Хорошо. Прекрасная погода. На лето я на море планирую, поэтому будет тепло, будет классно с друзьями, все хорошо. Сегодня просто великолепный день. Солнышко, наконец-то, слава богу, после долгой очень плохой погоды, наконец-то солнышко, поэтому сегодня много улыбок. Все здоровы. Скоро отпуск с 1 июня. Несмотря на все трудности, еду в Португалию. На сегодня все. Радуйтесь жизни вместе с телекомпанией «Ахтуба» и программой «Хорошие новости». До встречи!